Итак, мы видим дом. Что мы видим в доме? Нихера. Где? Чё-то не понял. Ты что там ломаешь? Есть. Так, теперь... Ага, ясно, понятно. Я просто буду через баррикады перепрыгивать. Ну нахрен их ломать. Я просто перепрыгивать. Ты что, внизу что ли? Да, я внизу. Ты что, внизу забыл? Да, я чекаю, где у них сундуки через как низ. Как ты там оказался, ты блин? Так, короче, я прям по короче, как ты там оказался, говори быстро. Я просто спустился. Ну как спустился, я прыгнул на эту. Ты так не... Ты потом еще полчаса запрыгивать обратно будешь. Да вот именно. Давай сюда так, обратно. Мне нужно, короче, скинь мне дерево вниз, если у тебя есть. Просто возьми, встань на краешек и скинь мне дерево. Вот, да, кидай. Так, еще погоди, будет. Ииии. Дроп. Прям в полете поймал. Раздача на спавне. Баррикада. Так, берем, крафтим две баррикады и пробуем прозыркать, может на... Так, ставим вот тут баррикаду, а иди в жопу реклама. Ты понимаешь, я прям на шипах стою, мне вообще кусок. Ну так, модератор как-никак. Сколько это там, 1,5 хп что ли? 5к. 5к хп. Ну, а можно баррикаду прям на шипы поставить? Вот что, нет, друзья, еще может делать модератор. Рейдить. Ты понимаешь, что на втором этаже тоже нет лута? Куда ты прикол? Я не пойму, где лут вообще. Сейчас с другой стороны попробуем. Давай с вот этой стороны попробуем до лута долезть. Сейчас вот тут надо с вот этой стороны прыгать. Да, вот так вот ставим. Надо факелы еще брать. Сева, есть из чего факел скрафтить? Ничего не знаю, если вообще. Факел стоит 50 баксов, купи мне факел. Ты что, дурак что ли, этот факел? 500 баксов, ё... блин. Да, только мне нужно топливо. Да, топливо и дерево мне быстро. Тут топливо и дерево быстро. Как ты запрыгнуть вообще? Быстро топливо и дерево. Что у них за система? Где у них лут, алё? В середине нафиг. Тих, я чуть не спрыгнул. Ой, я дерево нашел, нормас. Быстро мне дерево и топливо. У них лут, скорее всего, в середине, то понятно, но как? Как туда добраться, я не пойму, как родить. У нас 3 стенки максимум. Ну, то есть 3 стенки, 3 двери. Это наш объем. Это то, что мы максимум можем затратить. А ты под сосной? То, что мы максимум можем затратить, это 3 стены. Понимаешь, 3 стены, Карл. Вот так. Надо понять, где у них лут. Мы можем пойти через верх, выбив 3 двери, мы потратим... Блин, ну как же где тут лут? Блин, факел закончился. Я тебе говорю, давай мне, что там еще нужно? Нужно водку, вот клов, рейдшую. Да вот именно. Не клот, а клос как было. А, блин, где у них тут лут? Ты где там шаришься? Что тебе вообще без факела не видно? Короче, я про... клан... Ильтехдрава... 50... Хватит склона деньги сдирать, слышишь? Че, я купил факела, 250 факелов. Нифига себе. 250 факелов, ты чё? Все, нашел, где их лут, нашел. Где? Мелкий. А как туда залезть? На третьем этаже у них лутецкий. Вот так вот. Вот так чё, вот. Чё? Давай, с крыши рейдим быстро. Не вариант, надо рейдить окно. Тут окно и в окне сразу лут. Но хотя понимаю, да, как... там можно, если криво сверху спрыгнуть, можно на окно прям спрыгнуть. Стоп, а как ты спрыгнул? А, фак, я уже нашел лут, но тут я не пойму, как рейдануть. Я сейчас попробую сверху прыгануть на окно, у меня хп больше. О, отлично! Сиху можно без проблем поставить, все, я за сихами. Так, я тут, короче, выкидываю ресы. Ты что, лишний, что ли? Да нет, просто сейчас все продам, мне нужно, сел, ау. У вас нет предметов. Вон, эти топоры не продаются, сух. И сиди. Все, умер от холода. Сейчас я это кемплю, спрыгаю туда, все, и рейдим, короче, их. Только весь прикол в том, что нужно будет поставить 2 сихи просто очень быстро. Банна. Нужно будет поставить 2 сихи очень быстро. Спрыгнуть оттуда с переломом ноги, ну чтобы меня сихами не убило. Да вот именно, я... Блин. Так, я с собой МП-5 возьму и возьму 4 аптечки, я думаю, хватит. Блин, МП-5.
Подожди, а кстати, кит. Побыть инвалидом. Так, 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 подожди, подожди, мне нужен сет какой-нибудь. Я кожаный сет себе хотя бы скрафчу, потому что сета нет вообще. Давно пора. Так, то не дело, модератор без сета бегает. Вент, вот это. Жмал, да, рейдить в кожанке, только так. По харду, короче. Мы действуем только по хардкору, рейдим в кожанке. Ну хотя меня и в кожанке-то не сольют. 5000 хп ванлав, все дела. Ага, без модератора никто, все дела. Хеа... Хеус. Еще погоди. 5000, все, идем рейдить. О, мама, блин. Я прыгнул нормально, а я хотел прыгнуть по-кривому. Прям как тогда вот. Так, я прыгаю, короче. Главное прыгнуть так, чтобы желательно без перелома и желательно поставить сишки адекватно. И я очень надеюсь, что это не просто приманка, сундук. Я надеюсь, там есть ресы. Потому что если там нет ресов, то будет минус две сишки. У нас, конечно, стоп, есть крафты. Стоп, Илюха, можем... это твой лазер? Да, это мой лазер. Это ты бегаешь в кожанке? Да, а, спокойно, спокойно. Не волнуйся, все мое. Так, факела забираем, потому что... Быстро факела сюда. Светить надо. Так, я... Что, я либо ничего не видно. Так, короче, надо сверху как-то прыгануть на эту херь. Отлично! Что там делать? Отлично! Отлично, отлично, отлично! Что там ты робишь? Все, я ставлю две стихи. Еще один раз ногу сломал. Где? А? Бахну окно, не бахну. Не бахну окно, прикинь, еще одну придется ставить. Давай, гранатку закидывай. Как я гранату туда закину? Надо еще одну стику ставить. Подарочек. Блин, мне перелом обоссанный. Да вот именно. Бляха, муха, нет. Илюха Сидор по кривому кинул. Помогите, я застрял. Ладно, сейчас отхилюсь, короче. Блин, я же залезть даже не могу, тут фундамент вот высоко. Беда. А как оно двумя сихами не взорвало-то? Не то. Ну давай. Но оно черное, оно должно, с еще одной сихи оно должно взорваться. Блин, сейчас еще один перелом будет, еще один. Я попробую по минималке прыгнуть с минимальной высоты, потому что... О, все, отлично. Это ты тут бегаешь, да? Да, тихо. Давай факел сюда, там, наверное, ничего не видно там. Да тихо, надо без палина рубить. Сейчас я попробую тут попробую допрыгнуть. А что ты делаешь? Нет, отсюда нереально допрыгнуть, поэтому прыгаем вот так. Чекаем в хо. Я хочу зачекать, сколько тут хп осталось. По-любому очень мало, да? Это не может иметь владельца, в смысле? Что там такое? Владельца не может иметь. 400 хп осталось, надо ставить. Давай сюда быстро. Надо не промазать. Валим отсюда. А я опять ногу взорвал. Дебил, блин. Пожалуйста, да, взорвалось, отлично. И откуда Сева, теперь прыгать? Сева, подожди, не лезь туда, не лезь. Не лезь! Перелом ноги отречу и прыгну и тэпну туда тебя, потому что ты ногу сломаешь, не варик. Все, тихо. О, отлично, перелом ноги очень быстро отлекал очень быстро. Ну, конечно. Все, сейчас туда главное запрыгнуть аккуратно, потому что можно еще и промазать. Отлично! Быстро тэпэхай. Тут ресов... Прыгай, ты ногу не сломаешь, Не сломаешь, конечно. Я не сломал. Ты понимаешь, что тут нет, в этом сундуке нет ресов? Я тебе говорю, ты пэхай, да прыгай, что там? Это дерево тупое, мешает мне ресы найти. Давай, ты пэхай. Да как я тебя тэпну? А ты что, да ты промазал просто, ты что-то не допрыгнул. Конечно, у меня пробел, ты пробел не нажался. Я вижу еще ресу, но я не уверен. Так, я вижу два сундука, что, рейдить? Ладно, если рисковать, то рисковать полностью. Ты короче. Пэхни так. Меня, ты можешь. Я не могу тэпнуть, у меня нет команды такой. Короче, если так. Да ну нет, ну не говорите, что тут такой бред. Две сишки сюда! Принимай мой запрос, ублюдок! Сева, мы походу окупились. Запрос принимай быстро! А ты кинул, да? Да. Акцепт. Еще раз кинь. Вы не можете телепортироваться к Морису. Вот, я же говорю, я в хате. В хате на пати.